здесь, на великой русской реке Волге, начиналась Кострома. Отсюда продолжилась. Красоты и славы ей у других городов не занимать. Тихие улочки старого города, свидетели маршей боевых рабочих дружин, массовых выступлений трудящихся в годы Первой русской революции. В ту пору во главе Костромской большевистской организации стояли выдающиеся деятели партии Свердлов и Стопанин. Пролетарская Кострома была вторым городом в России, где родились советы рабочих депутатов. Здесь сразу вслед за революционным Петроградом в октябре 17 года установилась советская власть. Кострома – частица золотого кольца древних городов России. В ней история напоминает о себе повсюду. Это дань народной любви к легендарному герою Ивану Сусанину. Что считать большим чудом? Появление ли этих удивительных памятников искусства на русской земле –
или то, что удалось костромичам уберечь их от бесчисленных врагов, от разрушительной силы времени. Ипатьевский монастырь. От этих стен костромичи уходили сражаться за свободу родной земли. Памятники разных периодов русской истории собраны на территории этого прекрасного музея. Здесь обнаружен один из древнейших русских летописных сводов. Здесь можно видеть росписи Гурия Никитина и силы Савина, талантливых русских живописцев. В воспоминаниях многих русских писателей, поэтов, художников добрым словом поминается Кострома, ее живописные окрестности, вдохновлявшие их на творчество. Островский, Писемский, Некрасов, Пришвин, Кустодиев. Одни здесь жили, другие гостили у друзей. Сколько дорогих сердцу имен, сколько памятных уголков в этом городе.